Художественная гимнастика мне не понравилась, мне не понравилось плавание, и легкая атлетика мне не понравилась. А тяжелая атлетика я почувствовала свое. Тяжелая атлетика не делает из девушки, там, как говорят, парня или более мужественное такое тело, она наоборот делает девушку красивее. Женственная снаружи, но мужественная внутри. И это большой плюс. Появляется такое более накачанное тело, которое сейчас в последнее время очень нравится парням. Появляются попки. На это сейчас больше всего парни обращают внимание. И вообще это приятно поднимать выше, больше себя вес. А мужчины, ну они своеобразные такие. Я даже не знаю, как сказать. Дома я занимаюсь разными делами. Я и маме в огороде помогаю, и дома приберусь, и с братьями, сестрами сижу. Ну так, своеобразная жизнь, как и у всех. Те, кто постарше, которые еще не знают меня, они начинают расспрашивать что-то, как, а потом уже начинают бояться. Ну, с чем мне бояться? Я же не такая уже и злая, плохая. А вот одноклассники, они меня не любили, потому что я была сильнее их. Сильнее их была. Поэтому не любили. Но я же ничего плохого им не делала. То, что даже выезжаю на какие-либо соревнования, то, что меня начинают узнавать, вот это вот зависть у них появлялась такая. У меня есть подруги, друзья, которые меня поддерживают, которые меня понимают, но их очень мало, и со временем все меньше и меньше становится. Даже не знаю почему. Спорт я на протяжении почти 10 лет уже. 110 рвалась, 140 толкала. Конечно, я хочу выехать на Олимпийские игры и довольно успешно выступить. Самое тяжелое – это привыкнуть, что это тяжелая атлетика, что это именно тяжелое. А так тут ничего тяжелого нет. Белорусские, они ставят цели, идут к ней и добиваются того, чего хотят. И это очень хорошо. Я пересекалась с девочками с Украины. И с россиянками тоже. Но они такие тоже добродушные девушки, приветливые, тоже улыбаются всегда. Ну, я не видела в их глазах там какой-то злости, даже если соперница. Так мило, как обычные люди. А некоторые украинки общаются больше на украинском, а некоторые на русском. Хочется по-белорусскому сказать что-нибудь, а тем временем нет, а если тебя не поймут. В спорте все равны, и мы стараемся более добродушно к всем относиться. Спортсменка ты или не спортсменка, соперница или не соперница. Мы все люди, и все должны любить друг друга. У меня появлялись мысли, что за пределами Республики Беларусь надо показывать, что ты не белорусская, то есть говорить даже по-белорусскому. И некоторые даже традиции белорусские выявлять, чтобы знали, что ты не какая-то там с России, например, может попутали, а именно, что ты из Беларуси. И чтобы знали, что белорусские девушки симпатичные и сильные.